Дорогие друзья, сейчас у нас состоялась удивительная встреча. Встреча с песней. С песней другом. Песней энтузиаста. Песней вдохновителя. Песней ориентиром. Удивительная, совершенно удивительная песня. «Дорога жизни». Знаете, я почувствовала, что эта песня, она вообще рассказывает и открывает человеку счастливый путь. И так чувствуется, что в этой песне само слово «дорога» — это уже проложенный маршрут. И о движении рассказывает и ритм, такой бодрый, динамичный, радостный, интонации голоса, столько в них такой бодрости и легкости звучит, сразу чувствуется какая-то дорога. И такое сразу же и отношение чуткое, любящее для тех путешественников, которые вступают в путь, маршрут по милому Отечеству. И тут же сразу слово «жизнь», благодаря содержанию песни, открывается вот словно такие вехи на пути, которые предстоит открыть, к которым очень хочется отнестись. То есть это дорога, которая, сама песня, она прям, вот этот счастливый путь, вот если по нему такое ощущение, что если по нему пойдешь, то счастье точно найдешь. Если обратиться к названию песни, то... понимаешь, что у каждого человека есть дорога длиной в жизнь. И именно эта песня рассказывает о жизни такого человека, человека-энтузиаста, который идет по жизни, встречает на пути совершенно различные ситуации, очень с легкостью их воспринимает, идет дальше, вот, к своим целям, конечно же, счастливым и радостным. И очень хочется быть после прослушивания этой песни еще хочется постараться так же попробовать прожить свою жизнь. Здорово. Песня одновременно и как ориентир, который показывает высоты жизни, насколько она прекрасна может быть. И в то же время сразу дарит и чувство, в каком состоянии нужно жить. Радостно, бодро, легко, уверенно, решительно, осознанно. Удивительно просто все. Несколько минут и такой поток счастья. Спасибо. И очень хочется, да, познавать, а как там еще в творческом комплексе. Да, она как такой дает путеводитель. Да, сразу такой разгон, чтобы встретиться с каждой песней в комплексе, чтобы ощутить именно. Благодаря этой песне, мне кажется, можно получше ощутить другие составляющие песни.